зашли в Хобби Лобби. А тут такие штуки классные, вообще крутые просто. Конечно, еще до Нового года далеко, но вообще такой телевизор. Всех с Мэри Крисмасом. А тут еще что-то есть? Не, больше ничего. А, просто плавать надо. Короче, еще там вообще классно. Какое-то радио. А тут кнопочка есть? Наверное. Может, нет. Ну, короче, тоже как... А, это этот, для завтраков. Это не радио. А, хотя написано... А, turn to shine. Ну, может, тут работать. Тут написано можно. Ну, ладно, короче, давай посмотрим, что-то интересное. Только начинается. А, вот, подсветочка. Только начинается все рождественское. Хотя... Должно быть же еще все это. А тут вон все по 50%. А вон там, смотри, целая куча всего. А здесь всегда 50%. Другого не бывает здесь. Здесь всегда 50% на все. Цены не дешевые, но поскольку... 50%. Я говорю, где все это, хэллоуинское? Да все уже закончилось. Хэллоуин еще даже не наступил, а уже все, полностью весь магазин в Рождестве, посмотри. Давно мы тут не были. Вон какие фонари красивые. Да, я такие люблю вообще. Все вот эти штучки обожал. Ага, включается свет в доме и фонарь. Шарик, как тебе нравится? Ну, это уже такое. Это рождественское, ведь Merry Christmas — это Рождество. Да? Да. А, ну да, точно. Так, какие-то маршмеллоушки, конфетки. Это что такое? А, это кофе, да, для кофемашины? Да. Кстати, отличаются, прикиньте, 7,99. Рождественские разные вкусы, короче. Отличаются эти, как они называются? Капсулы. Капсулы, да, отличаются от европейских. О, какой. Да? Да, мы купили... Ну не мы, родители. Мы купили родителям, в общем, туда. Они домой увезли, привезли, и оказались они совсем другими. О, какие красные кардиналы. Не работает? Сейчас. Не работает. Вот, вот, вот. А вот я здесь сижу. Вот этих штук, кстати, прикольно много. Такие с жидкостью, с гелем с каким-то. И вот так вот они работают, светятся там. Это бывает. Нижний снежный шар называется. Классные такие. Да, супер. Вот они все вот эти вот светятся. Смотри, тут все, тут Рождество началось. Еще в магазинах таких, в продуктовых нет такого большого количества. Это осень. Это осень просто. Вот, вот. Вот наш отдел. Кстати, смотри, какой красивый, тоже осенние штучки. Да, прелесть. Нажми. Оно, видимо, как-то уже отсоединилось. Ну, суть такая же, да, как вот там все было. Будет отключено. О, Thanksgiving Day. А когда день благодарения? В ноябре, четверг последний. Блин, еще и день благодарения не был, еще и Хэллоуин не был. А уже все Рождество. Ну, это странно. А это что такое, пижамы какие-то или что? Я думаю, это плед. А, пледы. Надо такой плед купить потом, к Новому году, к Рождеству. Так, ну тут тоже осень. Смотри, вот такие штуки. Какие штуки? Я вот такую, помнишь, искала нам на каминчик сверху положить. Ну, не знаю, мне вот это вот как-то, мне больше, знаешь, вот это хэллоуинское нравится. Вот это вот осень, ну, может быть, ну, не знаю. А чем это тебе не хэллоуинское? Тоже осень. О, елки поставили. Распродажа была почти 4 сотни, стало почти 2 сотни. Мне нравится вот это, классно. В Walmart вот очень дешевые елки есть. Такие же. Только, но они не видно, какие, они в коробках лежат. Ну, да. Может быть, они не такие же. Вот, смотри, какая классная. Нет, такой у нас нет. Просто офигенная. Она в розетку не включена. Да, она в розетку не включена. Вообще классная елочка. Нифига себе, 550 стоило. Вот, кстати, и высокие такие. О, глянь, крутится елка. Игрушки елочные. Понавешали разные. А мы такую сняли, сами делали как-то. Кстати, тут игрушки эти стеклянные продаются. Тут пластиковых практически я что-то еще не видел. Ну почему? Ну вот, это все вот как у нас было раньше, советские. Вот это пластик. Нет, стекло. Стеклянные. Какие хочешь? Ну, поэтому они вот $17. Ну да, они дорогие здесь. Ну а ты их тут, я так понимаю, надо, знаешь, покупать их так. Они постоянно новые, да, как купили по одной, на следующий год еще по одной, еще по одной, еще по одной. И так вот у тебя... В этом году мы купим вот это. Ну да, прикольно. Но попозже, я думаю, еще
Хотел сказать, ассортимент вырастет, но здесь вряд ли. Ну, смотри, здесь 50% офф. То есть вот она стоит 8 долларов. 4 доллара будет стоить. Уже разбитая вот, кстати. Стеклянные. Все стеклянные. Вот, пожалуйста, еще такая. Дед Мороз, блин. Видал? А, точно. Я думаю, это же не Санта, это Дед Мороз. Классно. Вот, пожалуйста. Стеклянный Дед Мороз. В Америке. Да, и красный кардинал. Без него тут никуда. Ну, это подставка. Это ж не... О, смотри, какая игрушка. Мне игрушки нравятся. Но это уже керамическая. Или... Да их вот тут много. Как камень, короче. Шляпа. Да, это керамика. Вот эти классные игрушки. Угу. Да все классные. Янки, вот это вот возьмем. Мячик футбольный, да, наша футболистка. Так, ладно, пойдем дальше. Вот она, крутится, елка. Крутится, вижу. Это подставка крутится, а не елка. А провода... А, провода подключены к подставке, да, чтобы не намотаться. Угу. Я вот смотрела... Смотри, какие штуки. Да, я, кстати, тоже думала в этом году украсить с помощью тоже конфеток. Но это во дворе, видишь, это в землю втыкать? Можно их сейчас так как-то втыкать, так модненько на елке. И причем я смотрела в этом году популярные елки, вот такие вот, знаете, они высокие и худенькие, не такие пышные. Ну вот это облезло, да? Вот такие вот, вот такого. Не-не, формата. Вот это, вот смотри, вообще облезло. Это типа такое дерево молодое. Вот такого формата. Или вот береза. Давай березу. Родную березку. Обнимем. Или вот это. Просто не знаю, сколько. По скидке 600 долларов было, 1200. 65 инчей. Это сколько сантиметров? 3,6 метра, короче. 3,66. Это в наш дом как раз вот новый, мне кажется, войдет, да, в гостиную? А, в наш воображаемый дом, да? Можем прям сегодня поставить. Только воображаемую елку. Я тебе скажу, даже 4-метровую войдет. Послушай. Смотри, чего? Новогодний паровозик. О, ну это большой прям такой. Да. Смотри, и у него 79 долларов стоит, и сейчас скидка 50%. Да тут на все скидка всегда. Тут всегда все пополам. Вон какой, смотри, Дед Мороз. Угу. Бородатый Дед Мороз. Санта-Клаус. Шляпа. Ангелы. Так, ну там ничего не... А, и вот целый ряд огоньков. Большие есть лампочки. Маленькие, всякие, какие хочешь. Такого мне нравится, блин, классный. Ну, это, мне кажется, снаружи все надо украшать, а не внутри. Да? Я могу украшать, где хочу, понятно? Я в свободной стране. А, вот пластиковые шарики. Да. Пластиковые? Да, я думаю, да, пластиковые. Иди, посмотри, мне кажется, вот такую штуку, глянь, можно на камин поставить. Смотри, как она выглядит симпатично. Да? Так, типа, зима-зима, еще что-нибудь такое беленькое набросать. Я не знаю, что это вообще. Ну, домики светящиеся, просто так, для красоты. Ну, что-то их там много, прям, смотри, там. Ну, я же говорю, на камин поставить. Может быть, это набор, еще там надо что-то сделать и раскрасить? Нет, это конкретно декорация для камина. Да? Да. Не верю. Надо брать. Рано еще. Вот, виноград. Винодельный сезон уже закончился, а виноград еще продают. Весь ой, магазин. Просто завалили весь магазин. Я, конечно, такого не ожидал. О, посмотри, птички. Мне вот интересно, а куда они все убрали? Ты за мной идешь или не за мной? Там мне показалось просто, пойдем, кажется, попкорн. А это же прикол такой, ты знаешь, что... Да, да, я знаю, они делают из попкорна. Мы, да, у них так вот, мы раньше делали из бумажечек такие, как это называется, гирлянды? Да. А они, ну, мы из открыток делали. А они делали из попкорна, также иголка, нитка и вот, видишь, даже теперь искусственные делают. Правда, мы делали не из открыток, а из цветной бумаги. Ну, еще раньше из открыток. Я не могу здесь находиться, мне надо это... Кусочек полена, ставили пластиковые елочки, и за это... 38 долларов. Нифига себе. Я такие могу делать, слушай. Будет хобби-лобби у меня покупать? Отодвинем диван. Зажарим камин. Повесим носки. Зажарим гуся. Дичь. Возможно, даже шашлык пожарим. Смотри, какие банты. Это для той большой елочки. О, смотри, тут уже начинается. Ух ты. Игрушки, смотри, оловянные солдатики, деревянные, или как они называются. Этот, щелкунчик, да, даже работает. Вот такую штуку нам надо, отчет до Рождества. Я хочу.
Нам все надо. Вообще мы сегодня пришли совершенно за другими. Да. А мне надо щелкунчик. Прикольно, сколько такой стоит? $13, ну пополам. А вот какой-то еще снеговик, наверное, светится, да? Ну, наверное. Ух, а что он такой тяжелый? Он как будто с водой. Да, он светится вот так вот. И булькает внутри. Он с жидкостью, да? Здорово, да? Ну да, эта штука офигенная. $50. Какие шарики? А, это гринчи, да? Ну и не только. Гринчи. Что не только гринчи, все. Все зеленое, гринчи. Паровозик тоже, ну этот подешевле. Все в стиле гринча. Это его пес, это он. Вот тебе елка волосатая. Прикольно. Вот такую, кстати, надо поставить. Вот это я искала. Все, хочу себе календарь такой. Но хотелось бы, чтобы я открывала. И, ну, мы оставляли это окошко открытым. Там какая-то картинка, да, что-то такое именно рождественское. Как в фильмах показывали американских. Там, наверное, что-то они, есть? Да, люди сами должны положить... А, вот смотри. Ну, это оно будет гореть. А люди сами, то есть, должны ложить эти конфетки. Конфетки. А мне такое не нравится. Я хочу, чтобы он открывался и был... Ну, есть же такое с конфетами. Календарь. Я не хочу. Я хочу навсегда, чтобы он... мы оставили его. Да-да-дам. Это что такое? А, видишь, он открыл. Ну, а, это для печенья, для конфет. Там, для да, керамическая такая. Такое. Да, мне больше гринч нравится. Пластиковая, керамика. Ну, какая кружка классная. Надо будет взять, да? Еще мы будем какао зимой пить. О, вот это прелесть. Да, здесь постоянно вот такие вот разные тостеры с разными. То Звездные войны, то еще кто-то. Бля, здесь сколько всего прошли, пока там ходили. Да. Этот белый Дед Морозы. Короче, блин, да, неожиданно. Вот это мы зашли, как говорится. В Рождество. Аж, знаешь, как кажется, как будто бы сейчас это на улицу выйдешь, там снег лежит. Да, смотри, какая красота. Звезда. Да. Мне в этом магазине все надо вот сейчас просто. Вот все. Ну да. О, печенье. Хочешь ошейник такой? Ну тебе, чтобы я знала, где ты ходишь. Печенье. Вот побольше. Ну да, пластиковых шаров много. Вон по $8 пополам еще цена. То есть, по... А, нет, это уже пополам цена. 8,50 штук. Покрупнее 30, покрупнее 18. Вот, ну вот цены, короче, видите. Видите, да? Угу. Пластика. Еще теперь сюда пора. Ну, пластиковая целая коробка, получается, как один стеклянный стоит. Ну, да. Ну, что нам тут смотреть? Подушки я просто. Я хочу посмотреть. Хотя, вот смотри, вот такие игрушки можно взять, две, и повесить на елку, и все. Ну, да. Вообще, если что, никто ничего не видел. Да? Я тебя записал на камеру. Смотри, какие елки как делают. Да, прикольно. Склеили мусор. Собрали на улице и склеили. А я знаю, так в России очень раньше было популярно так вот букеты такие ты делали. Ты просто понимаешь, это стоит $30. Вот. 50% сейчас. Шишки. А то, кто любит дорого-богато. Ну да, что-то на золотом, на серебряном. Вот олень пластиковый, правда. Классный, да, рождественский да. Нам надо. У нас дети очень любят собирать. Мы с Янкой собрали пазл один такой. А вот ты то, что хотела, смотри. Нет, это оно бумажное. Я хотела $60. И такое. Нет, там что-то внутри лежит, видишь? Да, но я хотела деревянное, чтобы поставить. Мы ежегодно это ставим. А, так там пазлы, 24 пазла. И каждый раз будет картинка. Я тебя понял. Он меня слушает. Я тебя понял. Ты была отмечена и замечена. Вот это вообще, мне кажется, сложно будет собрать. Да, для меня нет сложного пазла. Я же был раньше чемпионом мира по собиранию пазлов. Пазлометчик. Короче, я тут сначала показалось мне, что пол магазина они поставили рождественского. Но оказывается, они практически весь магазин забили Рождеством. Будешь оленем? Носочки, глянь. Вот, это нам нужно будет взять. Ну, кстати, я видел в Walmart, они совсем недорогие. И всякие прикольные. Там и с гринчем были. Мне эти тоже не нравятся.
Вообще я хотела, чтобы носки были с именами, именные носки сделали. Нет, я хочу, чтобы они были разные, просто дети должны выбрать сами, мне кажется. Вот мы тебе вот такую. Вот здесь возьмем, получается 14-15 долларов пополам, 7-8 mm-hmm. долларов. Ну. 6-7-8. Ну, дороже есть по 18. Смотри, со снеговиком, красивенько. Да, 14 долларов пополам получается 7. Дарочки. Кстати, вот ну, тут же, смотри, Санта-Клаус есть белый, есть черный. Это просто уже седой, а это... Там до. Лицо черное, видишь? Он же через трубу лазит. И волосы кучерявые. Это, кстати, правда. Почему не сделали ему кучерявые волосы? Это уже попахивает расизмом. Немножечко так, чуть пахнет. И Дед Морозы. А вон, видели, какой есть Санта-Клаус? Ну, дали? 100% такого вы еще никогда не видели. Ну, это да, такого я даже не видел. Это, наверное, который во Флориде. Да, видишь, это морской. Флоридский Санта. С ракушками. С ракушками. Так, там елочки, гномики. О, вот, картинки, смотри, поменялись. Здесь... В этом магазине очень хорошие картины всегда, мне так нравится. Мы здесь и купили свою картину, которая у нас висит на стене, там с этим, с чем у нас там? С планетой, с картой. Карта такая 3D, можно попробовать. А, ну да, объемная такая. Здесь они реально такие классные. Теперь надо вот такую напомнить. Санта-Клаус с... А, это который заводится, классный такой. Они тут все, кстати, чаще вот так вот сами заводятся. Да, они вот на самом деле качественные такие здесь. Ну да, да, да. Сколько стоит? Да долларов 50, наверное. 30. 30. Ну, пополам, ну, кажется, ну это нормальная цена, да. Вот за такую вещь, так, считаю, нормально. Подушки. Подушек много. Такое теперь ощущение, вот сейчас ходим, как будто действительно на улице сейчас там все завалено снегом, стоят елки украшенные, знаешь, все такое. На самом-то деле нифига. Настя вон ходит босиком. Я просто не люблю делать. Хотя зима-то здесь все равно есть. Конечно, она такая легкая, но есть. О, глянь, новая. А, это такая опять тряпка. А наша картина, кстати. Да, а, вот эту картину мы купили, да? Угу. Классная картина. И 50%? Да. Как Форест Гампа глядишь. Надо как-то... Она просто широкая, надо, чтобы она была утянута. Да. Столько всяких штук. О, ну-ка, вот мне интересно, кстати, кто знает, вот это вот, объясните мне, вот когда флаг такой в темных тонах, это что-то значит, я так понимаю, да? Потому что здесь вот таблички такие, я так понял, что, скорее всего, что что-то случилось плохое, да, и вот такой темный флаг. Кто знает, напишите. Вот это мне нравится. Ну, нет. О, ну, классно, смотри. Это, как называется мост? Бруклинский мост, по-моему, да? Смотри, как красиво. Переливается. Видно? Это как светильник, да. Но так нет, это и есть светильник. Котиков. Носочки для котиков там висят далеко. Я тут светильник смотрю, а Настя меня перебивает. Прикольно так. Необычно. Ты одну и ту же елку теребишь. Ну, и она всего одна. Свечи, кстати, вот эти прикольные. Мы такую покупали, да? Ну, у них такие... Она у нас и есть. А, вот такая у нас есть. Да. Запахи классные такие здесь. Вот. И такие недешевые. Да. Ой, да, вот такая мне нравится. Ему не нравится. Понюхайте. Не, мне нравится. Апельсин так, какой-то. Нравится? Оранж какой-то. А, так написано оранж. Апельсин. Ну, не апельсин, а что-то такое. Как крем-сода. Да, как крем-сода. Такой цитрус крем-сода. Ой, фу, вот это вонючка. Ну, это лимон просто. Короче, классные свечи. Пошли, мы не нюхать сюда пришли. Точно мы не нюхать? Нет. Хотел показать. Не знаю, может, я показывал, может, нет. Ну, мне это было интересно. Думаю, вам тоже будет интересно. Я когда-то в фильмах видел такие штуки, когда в Америке отцы там, с детьми там, собирают вот такие ракеты. И вот здесь продается настоящий комплект, то есть полностью комплект по сбору ракеты, который потом можно собрать и запустить. И она еще он спустится обратно. То есть она с каким-то зарядом пороховым, там, или не знаю, с чего он сделан. Так, сколько стоит, не вижу. Ну, я не думаю, что большая цена слишком. Ну... В общем, вот и сейчас почему-то, видимо, убирают, меняют, ассортимент поменьше стал, короче, всего там пару видов. А вот для них вот пиротехнические заряды. Угу. Вот есть такие, просто трубка какая-то, что-то еще, заряд. Ну, короче, классно. А, вот они, да, вот много разных. Те в коробках, эти в пакет. Я такого, ну, не видел на самом деле. Прикольная штука. Мне кажется, интересно. Собрать с сыном, запустить. Надо будет сделать потом. Блин, прикольные такие штуки нашли для девочек. Для мальчиков там поделки всякие, да, машины, ракеты. А тут вот
комната, типа для кукольного домика, да, и там всякие маленькие mm-hmm. такие штучки, мебель, все это, вот они отдельно продаются. А потому что вот домики побольше внизу лежат. Да, внизу вот дома целые. И вот мебель деревянная, есть раскрашенная, есть не раскрашенная. Блин, классно. Ну, я не мне, а девочкам, я думаю, очень классно. Светильники. А тиф, они как у нас, да, люстра это. И вот домик, пожалуйста, сколотил себе, а сзади это... Да, ну да, домик собрать. Угу. Блин, классная, классная штука. А, вон они, смотри, сверху стоят. Слушай, потому что у нас это не было куплено. Да, надо купить, дочке будет такой дом. Его, видишь, можно покрасить. 90, 120. Ну да. Вон покрашенный один есть. Угу. За 180. А вот здесь вот такие эти... Сделай сам, как говорится. Ну, заготовки, да, всякие вот ящички, сундучки. Надо их только разукрасить там или выжечь на них что-то. А вот видишь, сразу есть эти книжки, как что-то да. делают. Да, то есть и пистолет, и выжигатель тут вот сразу, и для работы по дереву какой-то инструмент. Классная штука, вот часики можно делать. Такие заготовки для хендмейда такого. Вон, нарубили тебе этих штук. Ну, главное, придумай дальше сам, что делать. Да, интересно, короче, для творчества много чего все. И тут целые ряды. Вот здесь вот это все вот стоит посерединке, вот эти. Вот это да, это все вот для творчества именно рождественского. То есть продаются пустые шарики такие, да? Ты их открываешь и вот этими штуками всякими набиваешь. Что это, печать? Наверное. А, да, печать, видишь? Прикольно. Это вот все нарисовано здесь спереди, то сзади будет печать. А, ну это сам чернила. Это чернила. Вот они, чернила лежат все. Прикольно. Разноцветные чернила. Ну, какие хочешь, смотри. Какие хочешь, цветов, размеров. А это печати. Блин, класс. Вот это, а, вот это знаешь, там, допустим, на свадебные всякие приглашения, вот так вот, чик-чик. А, ну да, буквы, то есть можно печатать. Ну. А, почта. Пошта. О, иди сюда, иди сюда. Да-да. А, видишь, можно вот наливать, монеты ваять. А. Либо, ну вот тут не монетки, а тут это, мистер и миссис такое, знаешь. Это формы для отливки. Вот какой-то да, металл. Воск, это, бакс, это воск. Воск, да? Ну, похож на металл. Ну, это нет, это просто покрывается фу. Как позолота, я забыла. А, вот, наверное, вот это, вот он, воск, вот как свеча. Вот это, наверное, да? Wax sales. Да, воск. Какой-то специальный воск. И ты, короче, делаешь... Это, видимо, печать на... Когда, знаешь, как конверт печатать. Вот он, воск тоже продается, вот он, вот. Да, интересно. Thank you.